замедленной записи. Вот сейчас я включаю замедленную запись, вот фигуры падают. Это вообще-то вопрос к судейству, что тут, как тут поступать, за чей счет поправлять эти фигуры, как они еще прыгают, не хотят вставать на свое место. Но это второй вопрос. Главное, сейчас следим за часами. Андрей переключает часы, идет время Савелия. Он оглядывается, смотрит, там осталось не так уж много, буквально секунды. Вот 5 секунд я вижу. 4. Савелий размышляет и смотрим внимательно. 3 секунды. Вот, чтобы вы понимали, что идет именно отсчет секунд. Это не просто время зафиксировано. 2 секунды осталось. Критический момент. Савелий бьет слона. 1 секунда, нажимает часы и выскакивает 5 секунд. Вот это, на этот обратил внимание Андрюша Есипенко, который смотрел эту партию уже в записи. Ну и дальше партия как бы продолжается. Теперь смотрим кадры. Итак, первый кадр. Здесь 2 секунды. Так, чтобы об этом. Теперь вот Савелий берет фигуру и переключает часы. Вот это перед нажатием 1 секунда. Вот, перед нажатием. Вот сейчас он нажмет ее и посмотрим, что получится. Вот он убрал руку и 2 секунды. Оп. А, и пошло дальше. Ну вот. Дальше была партия, значит, она. И смотрим снова замедленно эти кадры. 2 секунды. Как человек до старчества. 1 секунда. Укройтесь вашим пледом поплотнее. И разожгите в комнате. Вот рука перед нажатием, вот 1 секунда. Вот сейчас Савелий нажмет кнопочку. И следующий кадр выскакивает. Ну вот, собственно, все, что я хочу. Вам сразу мир покажется иным. Вам сразу мир покажется иным.